Всем здорово, мужики! В сегодняшнем ролике я покажу вам катку соло против сквадов с МК2 миротворцем. Очень многие в телеграме просили меня снять видео на эту пушку. Мифик на миротворца скоро вернут в игру, если еще не вернули. И возможно это видео поможет вам окончательно определиться, стоит ли игра свеч. Да и вообще, даже если вы не собираетесь крутить рулетку, думаю, вам тоже будет интересно, как чувствует себя эта пушка на данный момент времени. Мужики, не буду долго болтать. Я вернусь к вам в конце видео с подведением итогов и покажу сразу две сборочки на миротворца. Приятного просмотра. Мужики, но сначала я хочу посоветовать вам магазин CP в телеграм-канале CP Донатер. Серега продает CP по доступным ценам, также у него вы можете заказать новенький Battle Pass, даже если у вас в магазине нету CP. А если вам понадобится новенький индийский аккаунт, на котором все цены в два раза ниже, чем на вашем, то за символическую стоимость вам его быстро создадут. Братишка, все ссылки, как обычно, в закрепленном комментарии, переходи по ним и знай, что Ромчик плохой никогда не посоветуют.
Down to the last 5 teams.
Итак, я снова с вами, и давайте подведем итоги. МК-2 Миротворец меня действительно удивил. Вообще, после бафа полета скорости пули штурмовым винтовкам, очень многие приобрели второе дыхание, и Миротворец не стал исключением. Сейчас у вас на экране появятся две сборочки. Я играл именно с первой, которую собрал для работы на ближнюю и среднюю дистанцию. Хоть и все модули в сборке я старался поставить именно для стрельбы от бедра, скорострельности и подвижности, точность в прицеле осталась действительно на уровне. Метров до 15 можно спокойно играть с миротворцем, как с обычной штурмовой винтовкой. При этом в клоусфайте вы не будете проигрывать пистолетом-пулеметом за счет своего скорострела и точности стрельбы от бедра. Также отмечу замечательную подвижность и быструю скорость перезарядки. Я очень советую вам попробовать эту сборку на миротворца, потому что именно она придает этой штурмовой винтовке уникальности. А в пару к такой пушке идеально подойдет снайперская или штурмовая винтовка, собранная для работы на дальнюю дистанцию. Ну а вторая сборка собрана под типичную штурмовую винтовку. Я в таком варианте ее пробовать не стал, но если вам будет интересно, обязательно протестируйте ее и напишите мне свое мнение в комментариях. На этом мое видео подходит к концу. В данный момент времени я продолжаю праздновать свою свадьбу, это информация для тех, кто в танке. Именно поэтому контента сейчас максимально мало. Но не переживайте, совсем скоро я вернусь с новыми силами, и вы еще успеете от меня устать. А чтобы не пропустить мое возвращение, обязательно подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы получать уведомления о моих видео, пиши в комментариях свое мнение и не забывай прожимать мужские пальцы вверх. Мы с тобой скоро услышимся. Пока.